Доброго времени суток. Продолжаем проходить игру. Так, буду в начале и в конце каждой серии статистику открывать. Чтобы вы могли видеть, что вообще творится у нас с персонажем. Так, ну и здесь те же самые кольца, амулет. Остановились на том, что... Нужно идти в пещеру. В заброшенную шахту в каньоне. Сильно в каньон углубляться не стоит. Какой-то ненормальный чомпер. Что с ними? Что они бегают? Ого! Не обращал раньше никогда внимания, что... Бритвозубы охотятся на орочих чомперов. Заодно. Ага, эти двое смогли уложить этого зуба. Так, ну с бритвозубов только когти можно получить, и кажется, все. А вот с чомперов, даже мы, не имея навыки добычи когтей, можем собрать целых 2 куска мяса. Мясные вкусные чомперы.
еще один. Так, ну вот это нужное место. Кое-что нашел. Там ничего нет. Посох судьи. Так, ну и сундук с сокровищами нужно открыть. Золото, еще возможно что-то, я, если честно, не знаю. Абсолютно точное содержимое этого кошелька. О, этого сундука. Но нужна книга платежей. Ага, учетная книга Фрэнсиса. Похоже, этот парень прикарманил много золота. Ну, теперь есть рычаг воздействия на этого Фрэнсиса. Возвращаюсь в пиратский лагерь. По пути решил с аллигатором Джеком поговорить. Ты знаешь Ангуса и Хэнка? Я их уже довольно давно. И я не буду плакать, если эти бродяги... Почему? Эта парочка постоянно шатается у озера. Что это за озеро? Помнишь нашу охоту? Да. Озеро в низине. Я постоянно... Ну, есть наводка. На поиск Ангуса и Хэнка добавилась куда-то информация, но я... Морга учит. Морган, скорее всего, а не Морга. Так вот, добавилась информация об Ангусе и Хэнке, но что-то я совершенно не вижу, куда именно. Возможно, какой-то баг произошел. Неважно. Ему нужно больше тренироваться. Никто ничему не учится у меня. Скажи мне, что это не так. Я нашел твое укрытие, твои деньги и бухгалтерскую книгу. Это же твоя книга, не так ли? Никогда раньше не...
Даже если бы... Ты же не думаешь, что парни поверят тебе? Ты обманул их и лишил законной добычи. Подожди немного. Тебе же нужен был ключ от... Я дам тебе этот ключ. Там внутри много, но ты должен отдать мне книгу и держать свой рот на... Ну вот, мы и в хижине Грега. Покопаемся в его сундуке. Еще дневник прочитаем. Да, здесь вот. Кому интересно, поставите на паузу. Недовольствие о ссоре Грега и Ворона. Старинные монетки. 50 штук, это значит еще 500 опыта. От Василия. Вот и секстант, который мы отнесем Рамирезу. Так, послание в бутылке. Какой же пират обойдется без карты сокровищ? Вот. Ну, как видите, на южном пляже отмечен клад. Мы уже выкопали его. Там как раз был амулет. Ой, золотое ожерелье или... Нет, золотой компас. Компас Гаррета. Вот. Ну, а остальные места... имеет смысл посетить. Много чего ценного, включая упомянутые мной при первом посещении Иркендара уникальные комплектные кольца и амулеты. Так, ну на этом, кажется, все. Больше ничего интересного. А, кольцо. Хотел поглядеть, что за кольцо было на зубе чучела. Судя по всему, железной кожи. Эй, ты! Что ты делаешь в моей хижине? Я... Стоит уехать на несколько дней, и вот уже каждый проходимец норовит похозяйничать в моем жилище! Какого черта? Что здесь происходит? Чистокол еще не закончен. Каньон просто кишит зверьем. А все только и делают, что слоняются вокруг. И это все, что ты сделал, Фрэнсис? Немедленно слезь с моей скамейки! А ты? Что ты сделал? Я работал. Правда? И что? Я разобрался с бандитами из башни. На побережье к северу больше нет диких зверей. Ну что ж, полагаю, хорошее начало. Я покажу тебе, что значит вкалывать по-черному.
Что нужно сделать? Прежде всего, необходимо разобраться с делами здесь. Эта ленивая свинья Морган будет пилить древесину, а ты займешься работой Моргана и очистишь каньон от этих проклятых зверей. Что это за звери? Бритвозубы в каньоне все ближе подбираются к нашему лагерю. Я не собираюсь ждать, пока не сожрут кого. Я что, должен делать это в одиночку? Можешь захватить с собой парней. Пусть отрабатывают свою зарплату. В таком случае мне пора. И еще кое-что. Теперь ты один из нас. Поэтому сначала найди себе нормальную одежду охотника. Вот, надень это. Надеюсь, тебе это снаряжение. И не мешкай, скорее принимайся за дело. А как ты сюда попал? Не ожидал увидеть меня здесь, да? Давай сразу расставим точки над «и». Я Грег. Это мой лагерь. Тебя устраивает такой ответ? Прибежал тут, никто ничего не делает. Разорался. Так, ну это единственные пиратские доспехи в игре, которые нам возможно получить. На 5 единиц выходит получше защита от оружия и стрел. Ну, огнем и магией. В Еркендаре. Если я ничего не путаю, никто... Никто не бьет, так что пока... Буду пиратом. Он сам так решил. Любителя поспать. Эй! Оставь меня в покое! Любителя поспать отправили пилить древесину. Теперь Грег заставит меня пилить доски. Удачи в потрошении монстров. Для меня есть... Тебе лучше спросить, капитан. Эй! Что ты делаешь здесь? Я отдыхаю. Моей работы... И пилить он будет, пока у него руки не отвалят. Ты должен мне помочь. Каким образом? Нас ждет каньон. Тебе лучше взять с собой еще людей. В каньоне чертов. Он даже меч толком держит. Пойдем со мной. Идем. Никто ничего не хочет знать. Захватим скипа. Ты должен... Это для меня новость. Так решил Грег. Мы должны истребить бритвоз... Наконец-то здесь хоть... Что ж, пойдем. Пойдем. Иду! Так, и... Мата. Пойдем сам. Я не могу сейчас... Приказ, Грег. Понимаю, понимаю. Это, конечно, все меня... А куда бы нап... Мы должны очистить каньон от зверей. Ты рехнулся. Там их пол... Я знаю. Ну так что, ты идешь? Эх, надеюсь, у тебя достаточно бутылок с лечебным зельем. Ну, такой-то бригадой мы быстренько с ними расправимся. Итак, капитан дал тебе в распоряжение собственный отряд. Позаботься о том, чтобы твои люди не сидели. Вообще, когда я проходил Ночь Ворона первый раз, помнится, я вот с отрядом пиратов уже ближе к вечеру выбирался в каньон, и начало смеркаться, разразилась жуткая просто гроза. Очень круто было, эпично.
акробаты. Парни решили размяться перед битвой. Но учитывая, что я уже убил несколько штук со своим скелетом, еще одна тварь! Еще одним монстром стало меньше. Так, что-то я пропустил уже два удара. И еще одна тварь. Из этого не выйдет ничего хорошего. Можно попробовать подойти. Углубиться в каньон и подойти к оркам. А, вот, кстати, орочи, шаманы могут ударить огнем. Так, ну отвлеку на себя орков. Ну а пираты пускай крошат их в капусту. Дальше лучше лезть не буду. Хватит пока и этого. Все-таки надежнее будет прибежать туда со своими скелетами. Грязная тварь. Два бритва зуба. Один. Сейчас ты получишь. Прекратишь? Прекрати немедленно. Здесь я задаю трёпку, понял? Спасибо за золото, герой. Случайно стукнул его. Они покрошили меня, и я же получил опыт за самого себя. Но потерял все золото. Так, ну это, конечно же, никуда не годится. Я загружусь и дойду до этого места по новой. Переиграл немного момент. В этот раз чуть больше ранили кого-то. В общем-то всех. Брэндон уже запросил у меня лечебное зелье, но я пока не стал ничего ему давать. И так переживет. Так, в этот раз бритва зуб немного ушел. Вот, ближе сюда. Так, в общем-то, все. Похоже, мы перебили всех бритва зубов.
Если хочешь, мы можем побродить здесь еще. Только не выходи из каньона. Ну, бродить не стоит. Можно, конечно, зачистить орков. Не хочется. Да, также Скип высказал свое отвращение к оркам. Когда я переигрывал. Ребята не сидели сложа руки. Даже больше меня сделали всего. Оставь меня в покое. Ты мне больше не нужен. Хорошо. Может быть, мы как-нибудь... Ты мне... Что ж, мы неплохо прогулялись. Это давно известно. Это не мои проблемы. Я сам... Ты мне... Мне не помешает выпить кружечку. Он даже меч толком держать не умел. Ну вот и все. Охота на бритва зубов завершена. Насчет каньона. Да? Что там? Я уничтожил всех бритва зубов. Хорошо. Похоже, от тебя есть польза. Мне нужны бандитские доспехи. А ты молодец. Следить за бандитами должен был Бонес. Для него, но, быть может, для этой работы больше подойдет твоя конди... Возможно, у тебя даже получится выбраться оттуда живым. Поговори с Бонесом, чтобы он дал тебе броню. Потом надевай ее и отправляйся в лагерь бандитов. Я хочу узнать, почему эти ублюдки приперлись в нашу долину. Будет сделано, капитан. Я хотел бы знать еще кое-что. Что именно? Что ты знаешь о Вороне? Он торговал рудой. Довольно крупная шишка в колонии. Я не имею ни малейшего представления, где он может быть сейчас, и почему люди все еще следуют. Но он явно что-то замышляет. Он-то уж точно не будет отсиживаться в укромном месте. А где твой корабль? Я чертовски удачливый человек. Уже несколько месяцев. И первый корабль, который мне после этого встречается, оказывается боевым кораблем. Он был битком набит паладинами. Да уж, не повезло тебе. Вот именно, они тут же потопили нас. Я единственный, кто... Как ты сюда попал? Я обнаружил вход в тоннель возле древней пирамиды, которую охраняли несколько магов. Мне удалось незаметно проскользнуть мимо этих слепцов. Сначала я принял это место за древний склеп. Представь мое удивление, когда я оказался в этой чудесной долине. И это произошло как раз в тот момент, когда я уже решил, что весь ос... Ты должен отдать мне доспехи бандитов. Приказ Грега. Приказ Грега? Хо-хо, а я разведка в лагере бандитов.
Это пусть уж лучше Грег взвалит на меня... Доспехи! Да, конечно. Будь осторожнее. С этими бандитами шутки... Кто здесь может... Генри и Морган, команд... Они могут научить. Люди Генри используют двуручные. Морган же предпочитает более быстрые одноручные. А еще? Знаешь, честно говоря, я бы... Но думаю... Аллигатору Джеку и Сэ... Ну вот, наконец-то получили необходимые доспехи. Первая часть длительного плана по уничтожению ворона выполнена. Теперь можно спокойно отправляться в лагерь бандитов. Ну а на этом пока все. Оставайтесь с нами. Увидимся.